Сейчас просто эйфория. Нам сейчас, конечно, все хорошо, но тяжело складывалась игра, и мы довольны тем, что мы едем на чемпионат мира. Как бы. Конечно, изначально перед началом чемпионата никто не мог не думать об этом. Да, даже некоторые говорили, зачем мы вообще туда едем без Дроздова, Лещука, Фесенко и всех остальных. Но команда это то, что внутри, это то, что в раздевалке, то, что в отеле, то, что на тренировках. И то, что внутри каждого из нас, это быть командой было. Мы были командой с первой минуты, сейчас до последней. Даже несмотря на тяжелые поражения от Латвии и вчерашнее поражение от хорватов, хотя мы сыграли тоже не лучшую игру. Сегодня мы знали, что Италия будет немножко как бы уставшей, да, скажем так. Они играли вчера позже нас, поэтому мы старались ускорять темп игры постоянно. И я считаю, нам это удалось. И в защите мы старались прессинговать, в нападении бежать, поэтому слава богу, что все получилось сегодня. Вчера игра была и у нас, и у них вечером, и тяжело было разбежаться в 2 часа дня. Многие после игры засыпают поздно, то есть ложатся в 3 часа ночи. Очень тяжело уснуть на самом деле после вечерней игры, поэтому кто-то позже лег, и нужно было время для того, чтобы разбегаться. И так должно, мне кажется, это то, что, ну, как бы... объяснимо тем, что вчера были 2 поздние игры. Конечно, изначально тренер говорил, что они очень часто держат мяч, идут в проходы. Мне кажется, как-то итальянцы это пронюхали, да, это то, что мы будем защищаться так. И начали быстро гонять мяч по периметру и забивать нам 3-очковый. Потом пришлось немножко перестроиться, не отходить от Датомы, стараться закрыть его бросок. И нам сегодня Мелли, да, центровой, забил 3 3-очковых. Как бы нам сказали, бросает, но... Очень редко. Он бросал метко, но редко. Вернее, редко, но метко, да. Поэтому, ну, как бы, мы, я считаю, лидеров их остановили, поэтому сегодня все получилось. Слава Красов, конечно, сегодня просто баговал на счетах и на их счете, и на нашем. Эти блокшоты его нам давали дополнительный стимул. Понимаете, он по натуре лидер. И даже вчера после матча, когда мы проиграли, тренер говорит, в концовке мяч должен быть у Джеттера. Он может создать как себе атаку, так и другим. Поэтому, я думаю, для этого его и натурализировали, чтобы он был лидером команды, был главным распасовщиком. И то, насколько, каким хорошим человеком он является, как человек, то хорошо, что он у нас в команде сейчас, он с нами. А, это же необъяснимые чувства, наверное, потому что никогда никто не испытывал этих чувств, в первую очередь. Поэтому я еще сам не до конца понял, что в следующем месяце не придется отдыхать, а ехать на чемпионат мира, но это супер просто. Вот. Ну, а по игре, не знаю, я думаю, что в первую очередь мы очень быстро переходили из защиты в нападение. Это очень помогло нам, потому что обе команды были уставшие, наверное, мы были лучше подготовлены. И, конечно же, хорошо сыграли в защите. Они забили все 58 очков. Вот. Ну, не знаю, что еще даже сказать. Я очень рад, мы все рады, мы просто невероятно. Мы играли вчера поздние игры. Мы начинали в 6, они начинали в 9. И сегодня игра была в 2, поэтому не было времени отдохнуть. И были действительно уставшие. И все, что не удавалось сделать в нападении, мы пытались компенсировать в защите. И, в принципе, команда, которая, по-моему, 3-я или 4-я, по результативности забиваемых, мы дали им забить всего 58 очков, что, естественно, опять же говорит, что в защите мы сегодня бетонировали. Здесь собрались ребята, которые часто встречались в молодежных сборных, в юниорских сборных, которые часто были в командах. И так получилось, что у всех у нас примерно один возраст, за исключением Забирченко и Пуха. И мы хорошо знаем друг друга. Я думаю, это больше сплотило нас как коллектив, и мы бились друг за друга, за каждый мяч. Чувства, ну, переполняют вообще, на самом деле, даже после того поражения вчерашнего, горького поражения, которое было, сейчас эмоции только положительные. В первую очередь, сразу после игры, не только от того, что мы попали на чемпионат мира, а от того, как мы сыграли. И это радует. Жаль, что мы не сыграли так вчера, но, наверное, так должно было случиться. Должен был быть какой-то урок для нас, и... Мы очень рады этому, и сейчас, может быть, мы еще не до конца поняли, что мы сделали, вот. Но, тем не менее, завтра остается еще одна игра, нам надо быть предельно сконцентрированы, чтобы показать то, что не зря мы в этой шестерке, потому что мы завтра играем со Словенией, и нужно, по крайней мере, нужно показывать тот же уровень игры, который мы показали сегодня, но ни в коем случае не такой, как мы показали с Хорватией.
Да как, просто играли в свою игру, пытались быть предельно сконцентрированными, бежать, что есть сил, вперед, играть, стараться играть в пас всей командой. Я думаю, у нас это получилось. Ну, мы в шестерке Европы, да, мы показали хороший результат, но мы ничего не выиграли. И есть еще, есть куда расти. Поэтому нельзя останавливаться, нельзя звездиться, нельзя ни о чем думать, что мы самые классные. Нет, впереди нас как минимум еще 6 команд в Европе только. Вот, я не говорю о провальном выступлении Греции и России. Поэтому нам... А про мир еще. Америка, Мексики всякие, Китай, Япония, вот эти Австралии. Есть куда расти, поэтому... Будем стараться расти и в следующем году показывать, что мы не слабее этих стран.